Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Деньги от государства стали ловушкой для кировского бизнеса. Об этом пишут представители сферы общепита, губернатору и прокурору области. Они весной получили кредиты, которые должно за них заплатить государство, если они до следующей весны сохранят штат на старом уровне. Но из-за требований Роспотребнадзора им не на что содержать людей. Они не могут объявить о банкротстве, платить налоги и аренду. Выручка упала в 5-6 раз. Поэтому бизнес просит на 2 года освободить его от налогов и социальных выплаты, объявить кредитные каникулы до 2022 года. Кроме того, общепит просит разрешить работать до 3 часов ночи, а не до 23, как сейчас, компенсировать зарплату сотрудникам в полном объеме за нерабочие дни, прописанные государством, отменить аренду за муниципальные помещения, выделить деньги на антисептики и маски. Иначе сотни предпринимателей станут банкротами, останутся без бизнеса, а наши сотрудники без работы и средств к существованию, сказано в письме. Программа «Экономика». Лаптева снова одобрили на должность руководителя КСП. Областные депутаты на заседании ЗАГС Собрания поддержали предложенную губернатором кандидатуру Юрия Лаптева. Правда, не всем составом. Сделать это отказалась фракция ЛДПР. Вице-спикер от партии Владимир Костин заявил, что партия не раз сталкивалась с отрицательными заключениями КСП на свои законопроекты. При этом палата отказывалась помогать в устранении недочетов. Фракция не раз просила проверить расходование администрации Кирова средств, которые выделяются из областного бюджета, но пока не дождалась этого. Также, по мнению депутатов, КСП отказывается налаживать с ними диалог. Лаптев на это заявил, что КСП работает в рамках закона и продолжит это делать. Он возглавляет контрольно-счетную палату с 2011 года. До этого руководил около 20 лет областной службой занятости. Экономика на 101 FM. Кировский бизнес представят торгпредством в Эмиратах и Швеции. Видеоконференции с торговыми представителями России в разных странах начали проводить кировские чиновники для продвижения кировских предприятий. В этом году состоялись совещания с представителями в Турции, Узбекистане, Вьетнаме, Иране. На них обсуждали, как вести бизнес с учетом местного менталитета и пандемии. В ноябре и декабре через интернет о кировской продукции будут рассказывать торгпредам в Эмиратах, Казахстане, Египте, Швеции и Армении. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 76 рублей 26 копеек. Курс евро 90.35. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.